Тихо скажет мне любимый, без тебя я так скучал. И двух судеб плод гонимый оттолкнет в ночи причал. Ее клип крутят на музыкальных каналах, ее хорошо знают по выступлениям в московских клубах. Она талантлива, молода и амбициозна. Начинающая 22-летняя певица Ксенона известна и в Чите. Только здесь, на родине, ее знают и любят как Ксюшу Бузину, выпускницу 9-й школы, дипломированного экономиста, участницу многочисленных вокальных конкурсов. Кстати, псевдоним Ксенона возник случайно еще 8 лет назад, когда Ксения вместе с отцом придумывали адрес электронной почты. По словам мамы, любовь к музыке у девушки с детства. Говорить начала очень рано. В год она уже так неплохо лепетала. И, естественно, сразу же где-то вот в этом возрасте она начала так под магнитофончик пританцовывать. И у нее любимые такие песни были. Нажми на кнопку, получишь результат. Хотя это выговорить не могла, но что-то такое несвязное. И Ксюша, юбочка из плюша. В Москву Ксения уехала 2 года назад с целью построить сольную карьеру. И не прогадала. Она уже записала альбом с 16 песнями, 3 из которых на китайском языке. А недавно снялась в клипе. Сейчас Ксения профессионально занимается вокалом. Поет в стиле поп и джаз. Девушка еще раз доказала, провинциалы тоже могут добиться успеха в столице и выступать на таких крупных площадках, как Лужники и Олимпийский, наравне со звездами. Но все же главное на пути к успеху не только желание и талант. Важно найти и тех, кто в тебя поверит. В Москве Ксении помогает продюсер, кстати, тоже забайкалец, Леонид Воробьев. Он и стал автором песни, с которой Ксения выступит в финале национального отборочного тура. Подавали они заявку, но особо не надеялись. Ну и что там? Получается, артистов много, певцов много. Заявку подали и ничего больше не предпринимали. Позвонили буквально за 3 дня. Ксюш, ты вышла в полуфинал. Естественно, исполнение вживую, естественно, жюри как бы такое уже такой вес имеющее. Из более чем сотни претендентов наша землячка с лирической песней на английском языке вошла в число 25 лучших. 7 марта состоится финал, где решится, кто поедет в Азербайджан. Ксенона выступит под номером 2. Финал покажут в прямом эфире на канале «Россия». Будем болеть за нашу Ксению. Тимошенко, Александр Власов. Время новостей.